«Боевая подруга» – именно так и никак иначе привык представлять своего сослуживца старший таможенный инспектор Карельской республики Сергей Харченко. С черным лавродором Джулией они в унисон стерегут границы уже почти 6 лет. Не первый год они участники ежегодного обучающего семинара специалистов-кинологов России и Польской республики. Кинолог утверждает, не каждая собака способна нести службу. Очень строгий отбор. И самое основное, это собака должна любить играть очень. И это сам, ну, кто-то на пищевом подкреплении, так сказать. Ну, основная масса – это собаки, которые любят и хотят играть. И собаки, когда ищут, находят, они ищут запах. Знает запах, находит, получает любимую игрушку, играет с кинологом. Для нее это самое лучшее поощрение. Сергея Харченко и лабрадора Джулию и еще 8 тандемов кинологов и служебных собак из Калининградской области, Республики Карелия и Польши протестировали в поиске наркотических средств и табака на багаже и транспорте. Но, как отметили организаторы и судьи, главная цель семинара – не выявить победителя. Это анализ работы собак, как они могут работать. Когда просто смотришь одну собаку, ну это одно. А когда смотришь много собак и где-то есть какая-то общая ошибка, значит, методически неправильная подготовка, неправильная подготовка кинологов, неправильный подбор собак. То есть вот именно для анализа, для того, чтобы как это можно потом все использовать в практике. Это даже можно сказать не соревнование, да, это конкурс профессионального мастерства. Уже который год подряд участниками обучающего семинара кинологов становятся специалисты ветеринарной службы Захаров и Фарафонтова. Мы рады принять участие в данном семинаре, где соревнуются у нас кинологи разных областей и стран, помочь оказать помощь при необходимости. Также мы обслуживаем таможенных собак, ведь это очень важно для поддержания работоспособности этих животных, чтобы наши границы были под замком. Специалисты ветеринарной службы Захаров и Фарафонтова не перестают напоминать: внимательно следите за здоровьем ваших питомцев. А в случае беды незамедлительно обращайтесь к специалистам. Сеть ветеринарных клиник Захаров и Фарафонтова. Все возможное и невозможное для спасения жизни животного.